Друзья, прямо сейчас записала для вас новый выпуск «Маятника истории». Ждите его скоро совсем у меня на канале. Посвящен этот выпуск будет Мустафе Шукаю, человеку, отношение к которому по сегодняшний день является неоднозначным, потому что кто-то его называет героем, кто-то называет его чуть ли не пособником фашизма. Кем был на самом деле Мустафа Шукай? Будем изучать на основе официальных документов. Поэтому не пропустите мой последний выпуск проекта «Маятник истории». Точка.